какими бы ваши представления о человеке ни были, они есть ваши представления. Более того, чем дольше вы живете с человеком, тем ваши знания о нем становятся менее достоверными. Ваш образ его становится менее достоверным. Почему? Потому что, когда вы проводите много времени с человеком, у вас фиксируется определенный набор нейронных связей с ним связанных. Вот это классическая история, когда мы вместе живем с человеком, мы начинаем к нему привыкать, и мы перестаем замечать и его. Он сам перестает пытаться нам донести что-то, что мы перед этим системно игнорировали. Но в тот момент, когда человек с вами рядом долго, вы находитесь в ситуации риска. Ожидания от него только нарастают, ваша коммуникация с ним ухудшается, ты взаимодействуешь с образом этого человека в своей голове, этот человек взаимодействует с образом твоим в своей голове, и вы друг с другом находитесь в этом странной пляске, как бы так сделать, чтобы вообще, не понимая реальности, его поменять. Ну, заканчивается все фатально.